Так, вот это Марс, 25 мая 2021 год, Харьков. Еле-еле поймал я его в кадр. В 320 миллионах, по-моему, километрах он сейчас от Земли. Конечно, никакой он не в форме полумесяца, как меня просили снять в комментариях. Ну, это внешняя планета. Я даже не знаю, как это объяснить, почему мы не можем его видеть в виде серпа. Если вы в лесу, и костер это солнце, а деревья перед вами и за вами это планеты Солнечной системы, вы Земля, то деревья, которые перед вами до костра, вы можете видеть освещенными на треть, на четверть. Вообще темными они могут быть, потому что их солнце, костер освещает только спереди, а вы видите тыльную часть. А деревья сзади, планеты сзади, будут освещены практически полностью. Ну вот луна, для я, кстати, луна, вот полнолуние у нас завтра. Смотри, какая красота. Опа, какие-то птички, летучие мушки, уже скорее какие птички в такое время. 25 мая 2021 год, Харьков, 21:35 по Киеву. Через 10 минут МКС должно быть рядом с Марсом, кстати. То есть луна — это блуждающее, грубо говоря, дерево между костром и вами. То есть оно то между вами и костром, как между луна между землей и солнцем, то этот блуждающий куст заходит вам за спину, и тогда он освещен полностью. Вот сейчас луна освещена полностью костром, солнцем, потому что она дальше находится от солнца, чем земля, как и Марс. И Марс мы видим практически всегда полностью освещен, но Марс не заходит, как луна, между нами и солнцем. Не бывает Марс между нами и солнцем, как бывает луна. Когда луна между нами и солнцем, мы видим либо ее абсолютно темную, когда это затмение солнечное, то есть луна затмевает солнце, либо мы видим ее маленьким серпиком. В общем, из меня такой рассказчик, я все-таки не преподаватель, а рабочий. Мне такие вещи кажутся очевидными, интуитивно понятными, но тут как раз как в том анекдоте: объясняешь, объясняешь, уже сам все понял, а до них никак не доходит. Так, и у нас МКС должен пройти в одном угловом градусе от Марса на небосводе и посередине между двумя звездочками Геркулес и Аполлон, которые друг от друга в 5 угловых градусах. Сейчас я, наверное, влеплю ИСО побольше. Небо не абсолютно чистое, ночь абсолютно темная. Завтра будет затмение Луны.
мы его не увидим. Ну, мы, в смысле, живущие в Украине, в европейской части Евразии. А вот кому посчастливилось жить где-нибудь... ух ты, какие красавцы пролетели. В районе Pacific Ocean. Архипелаг Кирибати. Республика Кирибати. Расположена в четырех полушариях. Северным, южным, западным, восточным. Расположение Республики Кирибати сразу в четырех полушариях позволяет ей граничить с идиотизмом. Так, ладно. 21:39 по Киеву, Харькове. Я пошел целиться по спутникам МКС, Международная космическая станция.